Основной проблемой развития и поддержания обеспечения продовольственной безопасности в регионе я, конечно, вижу проблему 9% населения региона, которое испытывает недостаток в питании. Голод и недостаток в питании. 9% – 250 миллионов – это много для такого региона, который является локомотивом экономик Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В первую очередь, я думаю, необходимо добиться того, чтобы в повестку российского представительства в АТЭС была включена эта проблема, чтобы этот вопрос положения уязвимых слоев населения в питании был поставлен в повестку, и чтобы были сформулированы на протяжении ближайших нескольких месяцев ключевые вопросы, которые, вполне возможно, нашли бы потом разрешение уже в окончательной декларации министров, отвечающих за продовольственную безопасность, и лидеров АТЭС. Полагаю, что необходимо было бы совершенно точно оценить количество голодающих и испытывающих недостаток в питании, поскольку тогда экономики АТЭС могли бы включить в план действий по продовольственной безопасности необходимые ресурсы для решения этого вопроса, необходимые финансы, технологии, иные усилия. Если мы будем знать, сколько в регионе голодает, мы, наверное, экономики АТЭС сумеют решить эту проблему.